Ну чё, ребят, всем салам, с вами снова я. Сегодня у нас будет обзор на Mercedes AMG GT. Да, ребят, Mercedes. Наконец-то я смог хоть как-то, хоть где-то достать Mercedes. И будем делать обзор сегодня на него. Сразу говорю, у меня уже пробега 2600, почти что уже 3, поэтому не вся. Но будем говорить то, как есть. По салону, в принципе, красивый, есть все, работает, все сделано. Это уже, мы видим, что это не S-класс, это уже не C, это уже именно AMG GT. Плюс-минус хорош. Почему? Потому что у него разгон 370 км в час, это довольно-таки большая скорость. Стоимость продажи на БУ рынок 5 миллионов 390 тысяч, а продажа... Точнее, покупка с БУ рынка 6 миллионов 930 тысяч. То бишь, вы просто берете и покупаете его за 7 мультов. Так, ну так. Говоря про то, что он какой-либо прям блатной, то, ну, не знаю, вроде прикольный. Зад более-менее хуже, чем перед. Потому что перед мне больше нравится. Почему? Потому что вот эти всякие красивые линии исходят отсюда. А вот зад более округленный. Перед более квадратный, но сам по себе мне нравится. Что еще? Из-за того, что большой разгон, большая скорость, то очень хороший разгон и очень хорошие показатели в дрифте. Кстати, я посмотрел, я видел, сколько, какой-то процент людей просто каталось на GT-шках именно в дрифте. Ну и в принципе все. Играл я на NF Times P. Кто хочет, тем можете получать, заходить и что-нибудь делать. Ну а с вами был я, всем до свидания, всем пока.